Здравствуйте, товарищи зрители. Сделаю звук потише, потому что сегодня практически мой канал влачит жалкое существование по причине того, что я не могу никаких новых музыкальных вещей доложить. Они просто стираются, уничтожаются, банятся, либо стирается звук в роликах, либо ролик удаляется полностью, либо он, самое безобидное, что он обвешивается вот как здесь, кучей предупреждений. Ну вот, 14 сентября, не успел я Патрицию Кас выложить, и мне накидали кучу всяких предъяв тут же, блин, плюс еще и пережали звук, то есть звук из того разрешения, какое было, сделали хуже. Ну и вот практически, вот видите, поставил 7 июля, 9, 25. То есть попытка выложить что-то музыкальное или даже около музыкальное. У Ютуба она наталкивается на резкую как бы реакцию, которая просто не дает возможности расширять коннект, рассказывать о технологиях. Но, тем не менее, я сегодня этот фильм решил сделать, потому что практически этим технологиям исполнилось уже 10 лет. То есть, в полной мере, то, что было как бы простой штучкой, гипотезой, вот это вот, оно обрело наполнение в материале, в металле, и плюс выброшено было для того, чтобы люди могли пользоваться. То есть сама идея в начальном, так сказать, обоснованием. То есть хорошо я постебался, конечно. При том, что эта идея изначально просто не давали ни на форумах, нигде ходу. То есть просто стирали информацию. Ну, потому что я достаточно известный человек в ауде. То есть я начал писать в интернете статьи. В 2003 году, когда я уже был в должности не абы кого, а инженера-конструктора радиоэлектронных устройств на радиоэлектронном заводе. Так что даже чисто официально у меня биография очень приличная. Даже подумайте сами, сколько надо времени, чтобы стать инженером-конструктором. Пусть второй категории, но тем не менее. Ну там, собственно, первой категории никого не было на нашем заводе, поэтому. Все это только начиналось, да, поэтому вот. Ну и сейчас 2017 год, то есть с сентября 2007 по сентябрь 2017 прошло 10 лет. Ну, благодаря охерительной просто поддержке, да, в Москве особенно, рекламе, да, когда не дают возможность ни на одну выставку аппарату не привезти, когда люди, которые бьют себя в грудь и кричат, что они будут там представлять интересы, продвигать эту новую, нужную людям продукцию, оказываются банальными кидалами, которых интересует только, ну, как разобрать, посмотреть, что внутри, и потом попытаться сделать самим. Но это 100 раз я людей предупреждал, что это как пытаться поделать автомат Калашникова. То есть вроде все просто, но сделать вы так не сделаете. Плюс второе, что достаточно новые технологии, достаточно сложные устройства, как, например, вот эти вот, нормализаторы нового, 2010 год, видите, она собрана, она уже 7 лет стоит. У меня это вот чисто мои, как бы, самые крутые. За херово тучу миллионов с драгоценными материалами и так далее. То есть они прекрасно работают, прекрасно себя зарекомендовали и как бы не нуждаются ни в каких экспертных оценках, там, проверках. Вот так вот. Но что, не только нормализаторами я известен, да, есть шикарные виниловые корректоры, которые покатались по многим странам. Вот крайний приехал из Казахстана. Ну, опять-таки, вот многие люди пишут, что вот хотим потрогать устройство, пощупать там, почему ты нам не даешь, Юрич, возможности этого. Ребят, ну, я же, блин, не завод все-таки, да, у которого бешеный объем,
бешеные, тем более не китайский завод, у которого бешеное количество, значит, ну, дилеров. У меня это достаточно штучно, достаточно эксклюзивно. Тем более стараешься делать хорошие вещи, то есть комплектуха идет дорогая, поэтому я просто, ну, не могу себе позволить добыть таким щедрым спонсором. Тем более, что, как показывает реальный опыт, вот отправлял я, допустим, в Казахстан устройство, причем не одно. Человек там под залог попросил одно устройство, я ему два отправил. Ну и что? 2 месяца туда-сюда, результата никакого. То есть людей просто, как бы это самое, ну, скажем прямо, я не буду ничего плохого говорить. Ну, факт тот, что это все прокаталось, обрывали мне тут скайп, то все, там нашли якобы шум какой-то, приезжает вот корректор, прекрасно себя ведет, не шумит. Ну, то есть все опять, все те же попытки, все эти игры в бизнес, все эти попытки там найти в шикарной вещи что-то, это кусок говна. Хотя на самом деле говно в людях, да, то есть если... Чем интересна моя техника, да, что если что-то есть говно, она, ну, его вытягивает. То есть человеку надо либо работать над собой, развиваться, либо нет. Либо у него происходит, как у меня есть ролик, он рвет букан. Он начинает доказывать, что этого не может быть, что все плохо, что где-то брак там и так далее. Ну, то есть, поэтому... Ну, извините. Другие люди, которые вполне вменяемые, которые мои вещи получили, они прекрасно пользуются, как бы имеют возможность даже что-то новое послушать. Они как бы расскажут другие. Не знаю, вот такая, может, не сильно радостная вещь, да, юбилейная речь такая. Не очень радостно, но тем не менее, увы, видимо, Россия чем-то больна, да, на голову, что это все общий тон, вот этот политический, экономический, когда как бы в почете, в фаворе всякие рука, мягко скажем, пиздоболы, засранцы, просто воры, приводит к тому, что культурно, как бы, народ отучается от культуры, от своей, причем от национальной, да, то есть от той же техники, которая сделана вот этими вот руками, не что-то там китайское по своим идеям, то есть пытаются, ну, все как бы. Ну ладно, о грустном не будем. Все-таки сегодня 10 лет исполнилось этому всему, оно все существует. Хотя, конечно, не особо шатковалка, но тем не менее. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну а с оцифровками я еще вот Яндекс помню, да, нашумевший, они шумели. Вот Яндекс был, то есть у него тоже был сайт, куда я выкладывал кучу оцифровок. Его просто точно так же уронили, стерли 27 гигабайтов примерно. То есть это я закачивал 9-й год, 8-й, 9-й, 10-й. То есть еще когда интернет был, у меня вообще никакого опыта не было. То есть, ну, скажем так, на закачивание треков ушло примерно месяца 5, если еще. И вот это все добро, люди просто, какой-то московский Кирилл, который там сидит, или там долларов 500 заплатили, он просто уронил конкретно мой адрес. Ну и все. И бесплатные для народа треки пошли по барабану. Ну я, у меня вот даже, кстати, сейчас где-то есть про треки. Я ж не могу бороться, да, со всеми мудаками, которые существуют. Как бы если мудаков больше, вот оцифровки, виниловый корректор, живая запись, а вот современные оцифровки. То есть была огромная тема. Я что, я тему просто закрыл. А те пластинки, это вот так, что я слушаю более-менее, как бы, ну, так сказать, вблизи, да, там еще 5 полок в другой комнате. Ну, а что, остались только у меня на флешке. И, честно говоря, теперь я просто с чистой совестью продаю это. То есть кто-то попросил, пожалуйста, 1,5 штуки получаете. 12 битов на флешке.
делать ради того, чтобы кто-то это изгадил, изничтожил. Ну, плохо, да? Вот это, кстати, джаз юбилей. Может, одна болтается. Великолепная запись, одна из первых, у которой... А нет, все стерто. Стерто. Не дает она возможность пойти по ссылке. Вот. Ну, тем не менее, еще раз хочу сказать, что 10 лет это существует, ничего более крутого не появилось. Несмотря на то, что там дуют уши. Многие кто? Подражатели. Но такой ценности, такого звучания, а не такого качества... элементной базы, все видели, они не приняли корректно. Поэтому, кто хочет хорошего звука, обращайтесь. Не спеша соберу, может, что-нибудь. У меня тут еще совсем мало, но еще осталось. Еще остался один винокорректор и один профиль в Новосибирске стоит. И Андрей, ну, ты знаешь, как бы все. До свидания. Вот не хочет он выключаться, тут завис у меня айфон даже. Айфон завис даже. Сейчас я закачаю и посмотрим, что получится.